Девчонки, всем привет! Как я и обещала, я снимаю видео по пошиву купальника. Первую часть про необходимые материалы и раскрой. Смотрите дальше, судите, но не строго. Первое мое видео. Для пошива купальника нам нужен рефлекс или лайкра, или ткань бикини. Подкладочная ткань, которая также тянется и которая быстро сохнет, специально предназначена для купальника. Бельевой поролон. Нитки и полиэстер, крутка 100 и 120. Иглы стретч или супер стретч. Латексная резинка 6 или 8 мм, а также 15 мм ширины. Застежка, регуляторы, колечки и металлическая фурнитура. Ножницы, булавки. Детали купальника раскладываем на ткани, соблюдая долевую. Выкраиваем основные детали с припусками 0,7-10 мм. Выточку на чашке не вырезаем. Это важно. Детали подкладочной ткани выкраиваем без припусков, выточку также не вырезаем. Детали чашки из поролона краим без припусков по бокам, выточку без припусков и снизу припуск 1 см. Детали из подкладочной ткани трусиков выкраиваем без припусков по срезам. Детали пояса, лицевую часть краим с припусками, изнаночную без припусков. Не забываем, выточку мы не вырезаем, вырезаем ее только на деталях из поролона.